Для переселения из ветхого и аварийного жилья в 2013 году в Ноябрьске должно быть введено в эксплуатацию почти 29,5 тысяч жилых квадратных метров. Эта цифра сегодня выводит Ноябрьск в лидеры по возведению жилья для переселенцев. Однако, как заявил сегодня директор фонда жилищного строительства «Ямала» Александр Скиданов, самая большая стройка города, 8-й микрорайон, вызывает большое беспокойство как у властей Ноябрьска, так и у окружных властей. Все дело в инженерных коммуникациях, точнее, в их отсутствии в новом микрорайоне. Этот вопрос требует решения. У нас с вами строится 8-й микрорайон, где строит его фирма ВИС. И он на сегодняшний день, я должен это озвучить, не обеспечен объектами инженерной инфраструктуры. То есть на сегодняшний день непонятно положение вещей по тому, как будет разрешаться вопрос обеспечения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и канализованием.